Джоан Элизабет Стэнли. Ми-6. Что вам нужно? Вы обвиняетесь в государственной измене. Пройдемте с нами. Я не сделала ничего плохого. Давайте начнем с 1938-го, когда вы учились в Кембридже. Мир тогда был совсем другим. Вы даже не представляете. Мне нужен личный помощник. Вас очень рекомендовали. Сертификат с отличием. По теоретической физике. Даже в правительстве не знаю, чем мы занимаемся. А мне разрешено будет знать. В Кембридже вы общались с коммунистами. Вы, видимо, Джон. Я не состояла в партии. Кто же вас завербовал? Мой маленький товарищ. Мам, тебя подозревают в связи с кембриджской шпионской сетью. Это кошмарный сон. Мне даже не верится. Расщепив один атом, мы... получаем огромное количество энергии. Это конец всем войнам. Помоги русским. Эта бомба должна быть у всех. Поймите, вы зря теряете время. Не зря. Верно, миссис Стэнли? Первая атомная бомба сброшена на японский город Хиросиму. Как это связано со мной? Вы ключ. Мы должны сообщить России. Сомневаюсь. Но мы же союзники. Я совсем тебя не знаю. Я твоя мать. Если мир должен погибнуть, чтобы ты спасла? Тебе решать, Джоан. Ты хоть когда-то говорила мне правду? Я боролась за всех людей. Я любила свою страну. У нас мало времени. Сердцем решай, а не головой. Ты не представляешь, как ты важна. Код красный.